Алергія на молоко у малят є одним з найпоширеніших проявів харчової алергії. У такому разі лікарі радять замінювати молочні продукти на спеціальні суміші. А ми вирішили з'ясувати, як довго годувати такою сумішю та чи питиме після неї малюк звичайне молоко. Доктор, у моего ребенка аллергия на коровье молоко. Подскажите, пожалуйста, чем его можно заменить? Аллергия на молоко – самый распространенный вид пищевой аллергии в детском возрасте. По возможности, такие малыши должны как можно дольше находиться на грудном вскармливании, или для кормления таких деток нужно использовать специальные гипоаллергенные смеси. Перед тем, как поменять смесь, посоветуйтесь с педиатром или аллергологом, поскольку самостоятельно это сделать трудно и небезопасно для здоровья малыша. Доктор, объясните, пожалуйста, в чем особенность таких молочных смесей? В обычном молоке или смеси аллергию способен вызвать цельный белок коровьего молока. В гипоаллергенных смесях белок расщеплен на мелкие частички, поэтому аллергенность таких продуктов гораздо ниже. Вы также можете кормить малыша смесями на основе соевого белка. Но помните, если рано или поздно в рационе вашего ребенка появятся молочные продукты, иммунная система не будет готова к встрече с ними. Поэтому используйте такие смеси исключительно во время лечения аллергии и только под контролем врача. Доктор, как долго кормить ребенка такими гипоаллергенными смесями? Обычно такие смеси дают ребенку в течение 3 месяцев, в среднем 6-12 месяцев. Если же после введения обычной молочной смеси или молока у малыша снова появятся симптомы аллергии, придется отказаться от молочных продуктов еще на 6 месяцев. Доктор, может ли навредить такая смесь здоровью моего ребенка? Навредить точно не могут. Состав гипоаллергенных смесей подобран оптимально. Они полностью удовлетворят потребность ребенка в питательных веществах и обеспечат ему гармоничный рост и развитие. Доктор, а будет ли пить ребенок обычное молоко после таких смесей? Гипоаллергенные молочные смеси содержат такие белковые частички, которые позволяют подготовить организм малыша к переходу на обычное молоко. При правильном подходе к решению проблемы аллергия на молоко проходит к 2-3 годам без всяких последствий. Более того, обычно дети, которых кормили гипоаллергенными смесями, охотно едят и лучше переносят кисломолочную пищу. Поэтому малышу, склонному к аллергии, лучше вводить молоко в виде кисломолочных продуктов, например, йогуртов. Привыкнув к таким продуктам, малыш скоро сможет воспринимать молоко в обычном виде. И будьте здоровы!